пришло время наградить триумфаторов сезона. Как обычно, по традиции, их смена и их сменку выбирали всем миром, что называется. На сайте ВППС состоялось голосование, где мог принять участие каждый член федерации. Погнали! Ну, Сергей Джимбаев, выйди ко мне, пожалуйста. Говорится, не было бы счастья, да счастье помогло. Активный всплеск, мы долго к этому шли. Развитие массового любительского и детского спорта. К нам присоединились новые регионы моноплотах, то есть количество флота, так скажем, по импортозамещению монотипного флота для любительского паруса уже достигает порядка 500 лодок. Сменкой года стала Александра Лукоянова. Саш, я тебя поздравляю. Долго к этому шла. Расскажи о своих эмоциях. Как прошел год и какие планы? Год выдался достаточно тяжелым. Сезон получился тяжелый. Из-за отсутствия международных регат самое главное было сохранять мотивацию и желание вообще продолжать побеждать, выигрывать и бороться до последнего. Летом прошли подряд 3 соревнования, которые не дали выбиться из колеи. И мотивация есть, она будет, так как мы занимаемся любимым делом, работаем дальше больше. Пушила их смена года. Дмитрий Лаздин. Сертификат от Рундука. ВТС, Рундук, спасибо. Год начался у нас тяжелый, было много грандиозных планов, потом мы эти планы грандиозно меняли и как итог провели очень полноценный продуктивный год, много выступали на российских соревнованиях, показывали результаты и как итог стал победителем смены года. С праздником тебя, дорогой.